Дорогие друзья, с вами Никита 6555, и сегодня мы будем... Сегодня у нас будет прохождение Modern Combat 5. Оно прям как похоже на Call of Duty, но оно на мобилке оно. Так, тут нам уже предоставляют открыть кейс. Так, давайте откроем. И что же нам тут выпадает? Обычная серебряная какая-то бронзовая. А, ранг. Ага. Оружие, и мы можем получить один за ноль. И что же нам выпадает тут? Так, тут две. Одна серебряная, другая вроде золотая. О, мы забрали вот этот, и нам теперь надо собирать его. Так, так. И заходим собрать. Вот. Так, как-то. Улучшить давайте нажмем. Он стал желтым. Так, инвентарь. Это все? Наверное, все. Так. Опустить. Возьмем вот эту. Давайте выйдем. Так. О, забрать. Можем открыть один просто бесплатно. В этом сундуке попадаются нужные вещи. О, да, нам тут сразу дофига золотых выпало. Это очень хорошо, да, это очень хорошо. Так, это у нас что такое? Так, не пойму. Не могу понять, что это. Дофига, походу, надо собирать будет. Вот тут точно надо дофига собирать. Ага. Что у нас еще в классе? Так, что у нас в классе? Насчет темпа. А, вот. Что такое? Что за загрузка-то? Реклама. Ну, я ее пропущу, не буду я перематывать, она уже все закончилась. Так, тут... Я не понимаю, что тут надо делать. А, так, взять сначала надо. И давайте наденем глушитель. Так. Что не мешается. Так, взять. Все. И давайте. Так, это у нас что такое? Ага. Это мы. А что такое? Ладно. И давайте начнем проходить. Сюжетные задания. Я прошел две, они были обучающие. И вот третья, думаю, уже будет так себе. Дорогой. Так, сейчас загрузка у нас будет. Упомение Хамра Ноди. Реклама тут еще какая-то. Мы не будем обращать на нее внимание. Пригрузить там вот все. Ага. Так, шик. Быстренько уложить. Шик. Кинуть палочек. Ай, так, давайте. Ай, черт. Может так вот сюда. Хорошо. Ай, черт. Откуда вы тут взялись, а? Так. Голову. Черт. Не будем нянчиться с ними. Что, а меня убили? Что? Меня... Ой, блин, я денежки потратил только. Откуда вы тут все беретесь, а? Что он такой косой-то? Нет, стреляй! Ой. Ну, типа, что? Просто сделаем все. Я чуть-чуть еще не вкладывал все. Так, у нас же в маске. И другой тоже в маске. Нет, другой не в маске. А что, стреляет? Давайте, сейчас я вас постреляю всех. Черт, кидай гранату. Не попало. Так,
Давай же умирай. А, еще два пришли на помощь. Так, так, так. Давайте так. Тихо, 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 тихо. Давай. Так, никого не должно быть вроде бы, да? Ай, их тут очень много. О, вот это хорошо. Ай, прицел, прицел, давай, давай. Так. Давайте хорошо замыграем с Эмкой. Так бы всё плохо. А вон они. Вот сюда сядем. На. Так, так, мин. Давай, выходи. На. Поднимем все куда? Да, ну да. Да, к нам не туда, да? А что, вниз? А, зачем я гранату взял все-таки? Ага. Вот так. Кому-то не попало. Вот так, вот так. Опа, слепили. И сейчас нас, походу, поймали. Так, ага. Это будет эпический момент, так чувствовал. Так, минус. Какой-то пацана минус сделали. Ой, я кабель. Кабель, это был. Ой, я промахнулся. Вот. Я случайно. Да, давайте наберем под этим видео 5 лайков. И я сниму в следующем. И я сниму вторую часть прохождения Modern Combat 5. Так, все, теперь надо. Вот так. Все, да, хорошо, еще не получилось. Так. Что это за черный? Сейчас мы черного убьем. Что вам тут надо всем, а? Ага. Это игла. Дай сюда. И сейчас. Да, сейчас. Твою мать. Феникс. Так, так, ладно, давайте сейчас. Ай, черт. Минус. Давайте, убегайте. Где вы тут все? Ага. Тихо, 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 тихо. Вот так. Стреляй, стреляй. Черт. Вот так. Порежем веревочку. Так, а что же у нас дальше должно быть? Ага, все, мы вроде прошли, так что он не двигается. Так, мы прошли, походу, на серебро. Ага, потому что вот здесь монет. И прицел нам в придачу дали. Хорошо. Сейчас нам надо, я думаю, четвертый проходить. Так, вы видите, игрока отмена. Но это вообще не надо сейчас. Загрузка отмена. Так, так, так. Так, так, выходим. Выходим, так. Набор командора есть? Клево. Набор командора — это клёво. Как что на него накопить не смогу. Ну, может, смогу, но, наверное, это будет долго. Так, что тут у нас? Тут у нас какие-то медали. Медали причём. Они их вообще подарки дают какие-нибудь. Убейте здесь в компании. Ага, я понял. О, мы можем поменять себе подпись.
Знаете, мне больше нравится вот это, но давайте поменяем на этот. Так, да, ну это будет клёво. Так, нам пришла там почта. Так, это у нас... Ого, оружие третьего ранга, тест-драйв. Забрать. Давайте... Так, 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 и значит, чё? Можем его взять или... О, да, мы его можем взять. О, он нам на один день всё-таки даётся. О, ого, ну нифига, сюшки себе. Давайте... По урону надо смотреть. По урону. Ага. По урону. О. Не. Вот это лучше взять, да? Думаю, его. Ручки. Точность. Давайте возьмем прицел. Я все время беру в играх вот такой. И магазин. Вроде последний будет. Там больше магазин. Вроде все, мы его снарядили, как нам надо. И теперь мы будем играть в компанию, проходить дальше. Нет. Нет. Ага. И давайте просто пробуждение, последний пройдем. Киньте храм, убейте. Я не понимаю, что там было написано. Быть ножичком его убьем, хоть еще что-то такое. Ловите гранатку. Так, он не всех убил, что ли? Так, прицелик. Ой, черт. Так. Тихо. А, иди сюда. Тихо, вот так. Бегом. Вот это мне нравится. Я понимаю, тест-драйв. Так, тут можно будет обойти? Ты как? А, придумал. А, вот так вот. Ага, теперь бежим. А, прикончил сразу обоих. А, бедняга. Иди сюда. Что тут? Так, ну дальше. Ай, что это такое косой-то? А, зачем стреляю? Так. О, я знаю эту миссию, да, я знаю. Так, ребята, я знаю, так надо бежать. Бежать надо. Что это такое? Что это такое? Давайте кинем ему гранату. Лови гранату. Ты что, прокосил? Бежим! Черт. Козел. Козел хотел. Что я сделал, дурак? Бум! Нормально. Так. Мы как всегда вовремя. Ну, в принципе, да. Как всегда, вовремя. Убейте палача. Я повышен на 5-й уровень. Награда за уровень. Хорошо. Фух, так. Я думаю, уже пора прощаться. Уже 14 минут как. Если вы хотите больше прохождения по Modern Combat 5, то ставьте лайки и пишите в комментах «Я хочу прохождение». И тогда мы будем проходить его дальше.
Да, если вам хочется, чтобы я прошу принять еще игры, здесь компания, пишите в комментариях, какие у вас есть идеи. И тогда я пройду ту игру, которую чаще могут написать. Ладно, ребят, а кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.